Амаля Гиров. Чемпион, уникальный спортсмен, который известен далеко за пределами нашей республики. Парень с бойцовским характером, добрыми глазами и широким сердцем. В его жизни есть место не только для спорта. Он волонтер, участвует в различных акциях помощи нуждающимся. Что для тебя успех? В спорте или в общем? А вот что для тебя успех? В первую очередь в спорте или в жизни? Я считаю, это в первую очередь труд. То есть ты должен постоянно в чем-то развиваться. Если мы говорим про спорт, то ежедневные тренировки, упорные, ну, во всем направлении, будь то режим, сон, питание и так далее. То есть постоянность в этом деле, и я думаю, что если не будет травм, то успех придет ко всем. А вот сейчас ты уже в такой уверенный в себе спортсмен, можно сказать, ты уже состоявшийся спортсмен по возрасту даже. А вот ты помнишь себя тем ребенком, который в первый раз пришел на тренировки? На какие ты пришел? Какой? Да, я помню, это было на тэквондо. Первый раз я пришел в 7 или 8 лет. Это был первый, второй класс. Меня вот родители отдали на тэквондо. И, ну, я примерно прям первую тренировку, конечно, не помню, но те тренировки начальные я помню. Мне тэквондо очень сильно нравилось, и по сей день оно, ну, дает свои плоды. Плоды в ММА, и даже будь то там где-то делая легкие спарринги даже с кем-то там из братьев там и так далее. То есть оно приносит свои плоды, потому что в ММА это очень сильно и очень важно, ноги. Если у тебя ноги хорошо развиты, ты можешь постоянно дистанцию контролировать, чувствовать, загружать своими ногами соперника, от чего он может где-то растерываться, где-то не уследить за твоим ударом. И поэтому я считаю, что это, ну, очень хороший вид спорта для начала. Я, честно, с детства, я даже в садике постоянно с кем-то дрался, боролся. Я даже, ну, чего-то не помню. Вот есть пару ребят, с которыми я в садике учился, и сейчас по сей день как бы связь держу. Они мне вот напоминали, что вот постоянно там, ну, боролся, постоянно с кем-то там как-то игрался, где-то что-то устраивал постоянно какие-то эти. И поэтому, ну, я с детства такой был, что, ну, я чувствовал себя довольно так спортивно, скажем так. Поэтому, ну, вот даже первые вот эти тренировки, конечно, каждый, тем более ребенок, а то и человек уже взрослый, когда он приходит во что-то новое, он где-то в чем-то как-то, ну, чувствует себя как-то не так, как обычно, непривычно, но со временем приходит. Но проблем у меня с тем, что там чего-то бояться, и это не было. Никогда. Ну, а волнение, что ты, например, как все ребята, не сможешь там какие-то кувырки делать, что-то, потому что у тебя, ну, есть особенность? По-любому какие-то волнения были в плане того, что да, какие-то, может, приемы, какие-то что-то. Но со временем это все пришло. Мне с самого детства так. Может, это с самого детства, я думаю, это мне родители дали. Ну, конечно, и от ребенка это многое зависит. Но и у меня родители всегда воспитывали меня так, что, ну, чтобы я никак ни от кого не отделялся, не выделялся. Когда там хотели в садике или в школу в какие-то специальные отдавать, они были против, чтобы я где-то как-то чем-то отделялся. И если вдруг какие-то, ну, детские непонятки у нас были, всегда мне говорили, что, ну, если на тебя первым лезут, то есть, что я должен постоянно там сдачу давать и так далее. Поэтому, ну, я довольно-таки даже в школе я постоянно хорошо себя чувствовал в этом плане. Амаль признался, что самый большой вклад в его уверенность, в его силу духа принесли родители. Папа и мама тогда еще маленького Амаля убедили его, что ничем не отличается от других, что из минусов он может сделать плюсы и что он может все. Поэтому по сей день я даже как-то, честно сказать, не представляю, чтобы я на турнирах, например, дрался.
ну вот как паралимпийские всякие виды, ну там, где я сейчас, мне намного комфортнее. Я могу из своих этих минусов делать плюсы, поэтому мы с тренерами развиваемся во всех этих аспектах. Поэтому как-то так. Ты помнишь тот момент, когда появилась твоя первая уверенность в себе после каких-то первых соревнований, что ты понял, да, я могу, то есть мне нравится побеждать, так скажем, когда ты вот поймал этот кураж победителя? Знаете, я в тэквондо, ну, особенно ну, более младший возраст, тэквондо конкуренция очень большая. То есть у нас было в весе по 40, по 50 человек бывало. То есть это, ну, очень большая конкуренция, и у меня по тэквондо всю жизнь были вторые места. То есть я выиграл 3-4 боя, и финальный постоянно я вот так проигрывал. То есть ты большой пример сейчас для детей, показатель. Те, кто не может добраться до своего там второго или третьего, не обязательно должно быть первое место. Ну, для меня, знаете, я не знаю, вот у меня с детства так, что если я первое не занял, все, я, значит, не выиграл. И вкуса победы я никогда не чувствовал от вторых мест, даже если это там чемпионат России. У нас проходил чемпионат мира, ну, он был в наших краях ставропольских, но там Казахстан, еще какие-то страны приезжали, поэтому именно регламент чемпионата мира, он состоялся из-за того, что другие страны тоже присутствовали. Я там, получается, второе место занял по боям, и первое место по, у нас там презентации были, то есть всякие, ну, грубо говоря, бой с тенью, то есть, вот, и даже вот, как бы, большая очень конкуренция, уровень уже более серьезный, и второе место я все равно не чувствовал того вкуса победы. У меня тогда был желтый пояс по тэквондо, это вот белый и сразу желтый идет, то есть, ну, первый, второй пояс, а соперник у меня был черный пояс, то есть он уже был на последней, грубо говоря, стадии. Я ему проиграл там в 2 или в 3 очка, я не помню. У нас еще дополнительная минута была, то есть сначала на равных было, и потом я 2-3 очка упустил. Вот. И тогда вот тренер их, это был с Казахстана парень, их тренер мне там что-то значка, медали какую-то подарил с 1900 какого-то там года, тоже по тэквондо, он говорит, это вот моя медаль, моя это, мой значок. Я, говорит, хочу его тебе подарить, и он по сей день вот у меня дома лежит, висит. Вот. Ну, то, что ты не доходил до первого места, тебя это как-то злило и хотелось все равно дойти и стать первым? Или ты настолько расстраивался и говорил, все, больше вот не буду тренироваться, не мое это? Нет, я там, как бы, даже если у меня где-то какие-то сомнения были, то мне их не давали, грубо говоря, допускать. Где-то кто-то поддерживал более с такой понимающей стороны, как-то объяснял, кто-то наоборот. А кто поддерживал, тренера или семья? И тренер, и семья. У меня тренер тоже на тот момент очень хороший тренер был. Он был, ну, такой молодой совсем, сколько ему тогда, 19, по-моему, было. Но во всех аспектах тоже он очень сильно поддерживал. Поэтому даже если где-то какие-то мысли были, мне их, грубо говоря, не давали допускать, ну, пока я в осознанный возраст свой не вступил. У меня вот примерные подсчеты, по 20 медалей, по-моему, у меня. Из них две вот есть первые, остальные все вторые и одно третье. Но без медалей я ниоткуда не уезжал, то есть соревнований. Вот постоянно в призовые места я входил, но до первого места мне всегда вот чего-то не хватало. В подростковом возрасте Амалю стало тесно в тэквондо. Захотелось попробовать себя в других направлениях, а именно в панкратионе и ММА. И как оказалось, этот вид единоборств принес и первые места, и титул чемпиона. Ну, то есть ты чемпион по панкратиону, ММА, грэмплингу. Чем они отличаются? Вот вроде разные названия, кажется, примерно одно и то же. Панкратион – это… Вот я, получается, двукратный чемпион России по панкратиону. Там, получается, почти как ММА, то есть ты можешь бить руками, ногами и бороться. Просто нельзя добивать там. Там нельзя добивать, и открытой частью ноги нельзя в голову бить.
например, коленкой нельзя и именно открытой частью. У нас одеваются щитки, то есть до суда вот так, и, например, пяткой ты не можешь в голову ударить. А в ММА это все можно. Это можно и добивать, и с разворота бить пяткой в голову, и коленями бить в голову. То есть вот так. А грэпплинг это просто борьба. Это как ну, плюс-минус вольная борьба, только там приемы есть. Там тоже дается, например, 5 минут раунд. Кто-то либо по баллам выигрывает, либо какой-то прием удушающий делает. Ну, так видно, что ты очень-очень спокойный человек. А когда ты выиграешь, у тебя есть такое чувство эйфории? Ты испытываешь или ты так вот, так, все, я молодец, я выиграл? Ну, я стараюсь сдерживать себя. Даже вот первый чемпионат России, я тоже, я, честно говоря, думал, что у меня будет, ну, прям много эмоций, скажем так. Но, конечно, это эмоций много, но я их стараюсь сдерживать, стараюсь как-то более спокойно реагировать. Вот, поэтому. А где хранятся твои награды? Дома, на стене. Самая дорогая для тебя какая? Самая дорогая? Ну, я думаю, чемпионат России, вот второй пояс, первый и второй пояс, они у меня отдельно висят на другой стороне, скажем так, стенки от других поясов, кубков, медалей. Ты стал, можно сказать, тут в последнее время известным спортсменом. Ты очень известный спортсмен в республике, стал известным спортсменом за ее пределами. Скажем так, немного звездная жизнь у тебя началась. Mm. Бывает такое, что ребята подходят, хотят с тобой сфотографироваться или там познакомить, руку пожать. Как-то вот пример для младших, может быть, младшего поколения. Ты как-то стал чувствовать разницу, известность появилась у тебя? Да, конечно, это очень сильно, ну... Хочешь, не хочешь, ты на это обращаешь внимание. Я, например, когда чемпионат России выиграл, я бой сделал, я еще минут 10 там по очереди со всеми фоткался. Ну, ты очень сильно устаешь, и я тогда очень сильно устал, у меня тяжелые, все поединки у меня были тогда тяжелые. Это еще выпало на месяц Рамадан тогда. Звездная болезнь тебя не накроет, как ты думаешь? Я думаю, нет, потому что человек, который понимает, что все от Всевышнего, что ну, мы просто какие-то причины, скажем так, создаем, поэтому я уверен, что этого не будет. Ты скромный в жизни человек? Я не могу сказать, я скромный или нет, но я стараюсь просто не показывать, даже если есть эмоции, я считаю, что человек должен уметь сдерживать себя. Будь то гнев, будь то наоборот какие-то... Ну, я не говорю, что радость – это как-то плохо, но как-то прыгать до крыши головой, пытаться ударить, я считаю, что это тоже неправильно. Вот. А вот ты выступаешь, как правильно, супер низкий вес или низкий вес, как он считается? Это наилегчайший вес. Наилегчайший вес. Да, тебе это, тяжело держать легкий. Форму? Вес держать, имеете в виду? Нет, у меня вес особо не поднимается, у меня... Я вешу 62-63 и гоняю на 57, то есть вот 5-6 килограмм. Но для меня это тоже тяжело, потому что у меня вес и так маленький. И вот эти 6 килограмм, они чуть бывает, что тяжело, конечно, тоже даются. Вот. А так до этого я постоянно дрался на... Ну, как вешу, так и дрался. То есть это вот последний полтора, когда уже чемпионат России и так далее, туда уже более серьезно, когда ты ходишь. А здесь на турнирах, там, по Северо-Кавказскому округу, я всегда недовесом почти дрался. Я мог весить 55-56 и на 57 дрался. Бывало, что на 57 никого не было, я на 60 шел. Один раз грэпплинг вот у нас в юбилейном был. Я очень сильно хотел побороться, потому что тогда уже месяц или два месяца не выступал нигде. И на 57 никого не было, на 62 никого не было, и на 66 пошел, а вес мой был 56 тогда. Ну, я смог тогда выиграть, но все равно не мой это вес. Кто твой тренер, кто тебя тренирует? Ну, у нас, получается, главный тренер, у нас Азамат Кубанов. Это вот первый человек, который главный тренер дикой дивизии. Я на тренировке, получается, пришел к нему. И вот с первого дня он во всем меня поддерживает, во всем помогает. Также вот сейчас у нас есть тренера по джиу-джитсу, Тимур Кишмахов. Тоже вот очень многим мне помогает, советует во время весогонок там и так далее.
тренер по тэквондо, это Руслан Хутов. Он у нас тоже чемпион мира. С ним очень тяжело на спаррингах стоять. У него ноги просто летают. Хоть я и тэквондист, но очень быстрые ноги у него. Хотя вес намного больше, чем у меня. Тренер по боксу у нас есть, Азамат Качкаров. Вот, поэтому мы вот сейчас дикая дивизия, развиваемся во всех планах, чтобы спортсмены не упускали, скажем так, какие-то навыки бокса, борьбы и так далее. То есть, если какой-то из тренеров видит, что в чем-то спортсмен хромает, он под свою какую-то ответственность, под свою тренировку его начинает готовить. Угу. Вот. А может быть, есть какой-то главный совет, который дал тебе тренер, когда ты пришел либо во время соревнований? Ну, я уже пришел в 16 лет, это уже более, скажем так, осознанный возраст, как бы не ребенок. Я к нему пришел, я потренировался, я ему сказал, что вот я хочу именно по профессионалам, то есть драться. Я сюда пришел не просто для какой-то самообороны, а я хочу как бы именно больших высот, больших этих. И он мне сказал, тренируйся, я вижу, что ты можешь, хочешь, я чем смогу всегда поддержу. И вот по сей день так и происходит. Амаль на сегодняшний день является ведущим спортсменом не только Карачаево-Черкесской республики, но и России. Он выиграл 2 года подряд чемпионат России по спортивной борьбе, дисциплина панкратион, тем самым доказал, что он является лучшим спортсменом в России весовой категории до 58 килограмм. Всегда я отвечаю на вопрос таким образом, что и успех, и талант должны сопутствовать друг другу, то есть и успех, и талант, потому что парень талантливый, это у него есть, он родился таким, он особенный у нас ребенок, все это вы знаете, вот, поэтому именно его целеустремленность и характер даже на профессиональном ринге ему дали прозвище «Храброе сердце», потому что человек никогда не сдается, он никогда не сдается. Были такие очень сложные моменты в прошлом даже турнире, когда его взяли на болевой прием, очень сложный болевой прием. Он даже не думал сдаваться, он вышел, его соперник перешел на другой болевой тут же, то есть очень болезненный захват был. Болевой делался на коленный сустав, это очень болезненный прием. Амаль, я когда смотрел, я знал в глубине души, я знал, что он не постучит. Он не постучал, он и оттуда вышел, он удивил всех, то есть и... Вот 2 своих профессиональных боя, когда он провел, ему именно дали такое прозвище «Храброе сердце». Стал любимцем публики именно из-за свой характер, прежде всего. И его трудолюбие, все это, конечно, обуславливается прежде всего его характером. На первом месте всегда характер для меня, как для тренера, должен быть у спортсменов, у бойцов. А все остальное потом. Спортивный вот такой характер, то есть он боец, а какой он человек? Ну, Амаль человек, скажу, замечательный, наверное, может, не договорю что-то, скажу как-то по-другому, но все синонимы слова именно хороший в этом плане, все подходит к нему, потому что очень мягкий человек в жизни, он является примером для подрастающего поколения всего клуба, он с детьми, как с детьми, со взрослыми, как взрослый, то есть может подойти, помочь нам, оказать какую-то помощь. Помимо спортивного поприща, Амаль у нас занимается благотворительностью, несколько фондов, где он принимает участие постоянно, там развозка продуктов и иных там мероприятий, связанных с благотворительностью. Поэтому Амаль всесторонне развитый молодой человек, он через год уже заканчивает университет, и мы его видим уже и тренером у нас в клубе, и в спортивной школе «Победа». Он очень хорошо учится, является одним из лучших студентов КЧГУ. Отрадно, когда декан мне звонит и постоянно его хвалит, не только за его спортивные результаты, но и за именно, как он сдает экзамены, как себя ведет и там. То есть он и там в центре внимания, потому что постоянно от него веет добротой, его скромностью и, естественно, его силой, которая именно в его характере и скромности. Твои упорные тренировки дают такой эффект, или все-таки у тебя есть талант? Ну, знаете, я скажу, что там, наверное, 50 на 50, потому что я же знаю себя, и я могу сказать, что это 50 на 50, потому что
Ну, мне тяжело ничего не давалось, вот скажу честно. Ну, конечно, тяжело то, что тренировки и так далее, но так, чтобы я какую-то, грубо говоря, войну прошел, чтобы, например, какой-то прием там выучить или кого-то победить, у меня никогда не было. То есть вот, ну, если я... У меня характер такой, что вот я приходил на тренировки первые дни, кому я проигрывал, у меня была цель, что я вот через месяц их выиграю. Я вот к этой цели шел и, ну, то есть где-то талант, где-то упорные тренировки, во многом характер, потому что, ну, многие бойцы есть, которые могут в зале просто, ну, грубо говоря, быть машинами, а характера, например, на соревнованиях не хватает. Вот. Ну, у меня с этим никогда проблем не было. Я наоборот такой, что, ну, люблю как-то испытывать себя. Конечно, где-то, ну, когда ты уже более-менее как-то становишься известный, где-то там кому-то проиграть или еще что-то не хочется, но, например, на тренировках там и так далее, я всегда любил более посильнее, более там у кого побольше, то есть, ну, как-то находить вот эти вот, может, какую-то технику для себя, может, какие-то лазейки для себя, будь то в приемах, будь то в каких-то комбинациях. А у тебя есть какой-то секрет, как побороть страх перед боем? Я понимаю, у тебя сейчас его, может быть, нет, но раньше какое-то вот это волнение. Может быть, есть какой-то совет? Ребята тебя сейчас смотрят, скажут, как побороть, волнуюсь я перед боем? Или ты не совет, волнуешься? Если люди будут упорно тренироваться, то есть, ну, он знает, что он может, он знает, что он прошел немало. Когда человек не тренируется и просто выходит, грубо говоря, надеясь на свою удачу, у всех будет волнение. То есть, ну, ты не знаешь вообще, даже, грубо говоря, насколько тебя хватит. Минута, две минуты. Когда ты стабильно тренируешься, когда ты делаешь две тренировки в день, ты видишь свой организм, свое тело. Конечно, это непредсказуемое, но ты хотя бы уже на что-то рассчитываешь. То есть ты уже осознанно подходишь, то, что, вот, например, вот, даже если я первые минуты проигрываю, кто-то может физически сильнее, ты надеешься, что выносливостью ты его выиграешь. Поэтому это первые тренировки, то есть упорность, вот, упорство во всех трудностях, во всех выходах там, с приемов и так далее. То есть ты уже подготовлен к этому. А второй вариант... Ну, это, наверное, пробовать. То есть, ну, если один раз испугался, второй раз пробовать испугался, на третий раз это пройдет, потому что человек такой, что он привыкает ко всему. Вот. Ну, я думаю, это опыт. То есть, если ты какой-то опыт наработаешь в этом, у тебя и это тоже пройдет, ты уже будешь чувствовать более себя как-то уверенно. Ну, вот бои без правил сейчас это, ну, уже давно, это шоу, профессиональный бой. А ты готов стать частью этого шоу? Может быть, вот уже я тебе готов... прорабатывают, говорят, такую музыку нужно выбрать или там... Я готов стать, я и дрался уже по профессионалам, там, например, там, выход на бой и так далее. А если говорить за какие-то там, ну, прям шоу-шоу, то есть какие-то подобранные уже слова там и так далее, я готов стать, но готов стать с такой более доброй стороны, который особо не разговаривает там, или если разговаривает, то без лишних слов, без лишних каких-то разговоров, но чтобы в клетке, грубо говоря, я показывал то, что я могу, то, что я хочу. На ринге у Амаля прозвище «Храброе сердце». Он очень скромно говорит об этом с небольшой ноткой стеснения. Сердце Амаля не только храброе, оно и доброе. Он волонтер. В его жизни есть место для добрых дел, реализовывать которые помогают его друзья. Ну, я являюсь волонтером фонда «Территории милосердия». Там разное бывает, будь то развозка продуктов семьям нуждающимся, будь то, например, в Рамадан мы раздаем путникам воду, финики, ну, то есть в таких более аспектах именно нуждающихся людей. Вот. Ну и у нас есть там небольшая своя группа людей, где мы тоже своими средствами, там, своими возможностями, как не волонтеры, а как организаторы, грубо говоря, волонтеры-организаторы, которые придумали это и
пытаемся как-то чем-то помогать нуждающимся. А как ты к этому пришел? Тебе просто вот сердцем захотелось начать помогать? Либо через религию, либо друзья позвали, сказали, давай с нами. Не, в основном я друзей позвал. Мне с детства хотелось как-то помогать людям. И с религиозной стороны тоже ты понимаешь, что ты какой-то псапа, короче, вот приносишь. Вот. Поэтому как-то вот так. Ты вообще вот задумывался когда-то, что ты думал, так, ну если бы у меня была тоже рабочая правая рука, я бы добился того же самого, что сейчас, или все-таки мог уже не так активно добиваться? Ну, честно, я особо так не думал, потому что, ну, я считаю, что это, ну, на все воля Всевышнего, поэтому там старался как-то, если бы, если то, если это, старался не упоминать, просто, ну, как есть. Как есть сегодняшним днем? Жил сегодняшним днем, да.